Окрасил я уже лачком лодочку, герметиком промазал швы. Снутри еще не красил. Боюсь за это дождей. Потому что в воде теперь уже точно некуда будет убегать. Так что это все в один день надо. И клеймить. Поклеймим. Так я не заклеймил. Все некогда. Тут корешки вставляю. На этой первой лодке забыл показать. Не то что забыл, у меня куда-то файл пропал. Удалил, наверное. По неосторожности. Вот, первый центральный сначала два вставляю. Раскидываю это расстояние на 5 шпангов. Ну как, 10. По 5 пар. То есть это расстояние делю на 6 и отмечаю. Вот. В принципе, так же, как и дугу. Сначала, когда большое отчерчиваешь, а потом я с маленьких переношу с запасиком. Сейчас вот туда перенес, буду снимать. Вот, по черточкам. Это я снимаю, это снимаю. Здесь немножко снимаю. И уже должно подходить. Максимум еще разик. Еще раз, если что, прочертить. И все. Потом здесь уже лишнее снимаю, так облагораживаю. Чтобы корешок был ровненький. Корешки вроде большие. Это. Но где уголок такой, где чего. По-разному. Обдирать долго приходится. Они уже немножко подсохли. Бензопилой не хочу портить. Так что я рубаночкой немного подравниваю, вырисовываю. А потом, когда он такой уже поменьше становится, снимаю основную. Ну, делаю примерно в один размер. Ничего я там не меряю. Так, на глаз. Они уже легенькие. Ничего не весят. Лодочку сегодня попробовал приподнять. Тяжеловато. В том году лодки легче были. Они и мельче. Коры у них потоньше. Там все потоньше. Там люди просили на двоих людей. Здесь увесистая она такая. Лодочка получилась. Носик изумительный. Просто супер. Супер. Красота. Думаю, люди будут довольны. Не должно не понравиться. Вот так я зажимаю, вставляю. И то же самое, что как и с бабышечкой. Тоже по рисочке выхожу. Здесь что видно. Вот. И с другой стороны также. Теперь вот у меня видно, докуда мне снимать. Но лучше топора здесь ничего не придумаешь. Шлифовалочки все эти. Все это угол не держит. Вот самая лучшая техника. Как говорится, учитесь, пока жив. И также с этой стороны. И немножко, чтобы яма не получилась, не яма, вернее, а бугра наоборот даже. Надо немножко, как бы, ямочку придавать. Самую малость. Зато вы точно знаете, что у вас бугра здесь не будет. Оно немножко подплющится, гвоздем будет притягиваться посильней и прижмется. Вот, все. Это я точно знаю, что подойдет.
весь процесс снимать не буду. Я вам показал, вот оно немножко как бы такое, вот так вот получается. Отсюда, если начинаете, все равняется, можно бугор сделать. Вот именно со стороны структурку. Во-первых, она поддается лучше, даже если завязана в разные стороны. Со стороны она идет. Но это, конечно, топорик идеальный. Руку поднабить. И все будет четко. Ставил я корешки. Сейчас вот вставышами занялся. Задние и передние поставим. Потом останется борта нарастить, на щельник. И с носиком там придется повыделываться немножко, чтобы сделать красиво. И за 20 сантиметров, которых как ура длиннее, не хватило вот их буквально. Но это ничего страшного, мы что-нибудь придумаем, будет не хуже. Эту лодочку перевернул, сегодня думаю ее проклеймить. Вот щелки еще клеем пролил, но это не от того, что течь, а чтобы просто туда песок не попадал, не забивался. Пленочка это образуется уже, чтобы гниль не пошла, где щелочки. Заклеил, сейчас она немножко подсохнет, клей засохнет. Я еще немножко ее здесь доработаю. Шлифовалочки, корешочки. Пропылесосим. И вскроем отсюда. Уже клеймённый. Я клеймить хочу без краски. То лак начинает гореть. Некрасиво. Мы сделаем по дереву. Потом сверху покроем лаком. И все. И позвоню пацанам. Пусть забирают. Супер. Супер. Впрочем, как обычно. Вот все, носик. Вот такой вот носик. Крепота. Сейчас все здесь скроем. Фанерку надо получше пропитать. Все было красиво. Ну и потом ждите уже эту. Тоже все сделаем. Носик. Все будет красиво. Не знаю, борта-то здесь, наверное, даже, они вот, бортовая здесь больше, а на вставке я такую большую не стал сюда ставить, миниатюрный. Но здесь вот зато сиденье получится, мне кажется, такой трончик повыше. Больше вот этот вот может изгиб получиться, если вот так наращивать. Здесь будет где разгуляться. Посмотрим, покажет. Ждите, когда будем клеймить, продолжим. Так, нагрелось клеймо. Будем клеймить. Есть. Сейчас на сидушечку еще раз нагреем. И будем на сидушечку. Вроде как нагрелась. Быстро остывает, тонкая. Но не то, что остывает, красного не держит. А так-то оно нормально. Вот, 31-е, поставили клеймо. Эту девочку будем клеймить, когда ее на день придет. Вот мое клеймо. Ну вот, ребят, первая лодочка. Закончено. Клеймить клеймили. Вот такая пирога. Или лебедь.
сидушечке решил сделать контраст. Выделить, так сказать. Думаю, пацаны будут довольны. Еще все прилипнет, только под лаком. Можно, конечно, потом, смотря когда они приедут, если что, может между делом еще разик лачком лишним не будет шикнуть. Впитывает дерево много в себя, лаку забирает. Лак не жалеть. Потом она просохнет год-два. Ее можно вообще залить будет, когда она высохнет. Жарой вот так вот полностью высохнет. Можно хорошо ее промазать. И все, потом только в сарайчик ее заносить. Или в ангарчик. И будет служить, мама, не горюй. Забудете. Главное, халатно не относиться, все будет хорошо. Смотрите, ребят, в следующем видео. Прощание с 31-й лодочкой. Ребята ее забрали. Продолжение строительства 32-й. Исправление носика. Выведение. Подписывайтесь на канал. Комментируйте. Задавайте вопросы. Ставьте лайки. До встречи, друзья.